Старость – самая безнадежная из всех болезней. Привычка в любви подобна канату, мы вьем ее день за днем, по одной пряди, и в конце концов у нас не хватает сил разорвать ее. Имейте в виду, если ваш ребенок подросток нагл, самоуверен, все время в себе сомневается, безжалостен и добродушен, жаден и бескорыстен, доверчив и хитер, бестолков и гениален, значит, у вас совершенно нормальный ребенок. Помните, что ребенок безгрешен, потому что он еще не ел никаких райских яблок и не умеет отличать добро от зла. Многие из тех, кто живет, заслуживают смерти, и многие из тех, кто умер, заслуживают жизни. Не отмахивайся от бабушкиных сказок, ведь только в них сберегается знание, забытое теми, кто считал себя мудрым. Зло пускает в ход громадные силы, и с неизменным успехом да только тщетно. Оно лишь подготавливает почву, на которой пустит ростки нежданное добро. Так оно происходит в общем и целом. Так оно происходит с нашими собственными жизнями. Человек гораздо более податлив, если взывают к его чувствам. И это случается, когда он созерцает прекрасные формы и образы, или слушает прекрасные ритмы и мелодии. Отгородить собственное страдание, значит быть поглощенным изнутри. Смерть бывает жестокой, несправедливой, коварной. Но только жизнь умудряется быть непристойной, недостойной, унизительной. Мы всегда готовы как услужить ближнему, так и подложить ему свинью, все зависит от обстоятельств. На свете немало таких людей, которые всей душой хотят оказать вам услугу и без всяких угрызений совести готовы запустить в вас самым тяжелым булыжником, лишь бы раздавить кусающую вас муху. Обычно в нашей воле дать своим детям наши знания и еще больше дать им наши страсти. Я всегда замечал, что для успеха в свете надо иметь придурковатый вид и быть умным. Бог творит нашу историю, но при этом оставляет нам свободу воли. Хорошо бы все люди лет на пять замолчали. Вот тогда у всех слов появился бы снова большой смысл. Жаргон – это язык шиворот на выворот. Это язык молодости. Однажды мы заговорим правильно, и это будет означать, что молодость прошла. Мы знаем себя лучше, чем знали обезьяны, но все равно недостаточно. Оргазм – это нечто такое, чему следует просто разрешить случиться и наслаждаться им, когда он происходит. Истина – это именно та ложь, которая нам больше всего нравится.
Можно сделать вид, что у тебя есть чувства, но нельзя изобразить наличие мыслей. Так что самая злостная пагуба не имеет никакого отношения к уму или глупости. Идиот, который сомневается, не так опасен, как дурак, который знает. Ошибаются все как гении, так и люди недалекого ума, и опасна не ошибка, но фанатизм того, кто думает, что не ошибается. Успешные люди вырываются вперед, используя то время, которое остальные используют впустую. Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Нет народа, вошедшего в историю, который можно было бы считать стадом животных, как нет народа, заслуживающего именоваться сонмом избранных. Медицина – моя законная жена, а литература – любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате. Истинное счастье невозможно без одиночества. Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен. Непомерное желание быть любимым имеет мало общего с настоящей любовью. Людская продажность, что Господня благость, на нее вся надежда. Пока люди взятки берут, и суд иной раз человека оправдать может, даже не виноватого. Любовь – это способность творить самому через дар другого. Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии – женщины. Это грустно, но так. Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение – при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству. Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся Творец, увлекся, как всякий художник, впрочем. Успеха, как и счастья, нельзя добиваться. Он приходит потом, только как незапланированный результат преданности делу, более значительному, чем ты сам. Ценностям мы не можем научиться, ценности мы должны пережить. Смерть – попытка приобщиться, потому что люди рвутся к заветной черте, а достигнуть ее нельзя, она ускользает и прячется в тайне. Близость расползается в разлуку. Потухает восторг. Остается одиночество. В смерти объятие. Если лучшее из чувств ничего не значит для человека, наиболее заинтересованного в этих чувствах, какая реальность нам остается? Юмор – первое, что теряется в переводе. Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец,
а не соперника. Из всех страстей человеческих сильнейшее – самолюбие, которое, будучи оскорблено, никогда не прощает. Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена в жизни сердца. Любить – значит для нее жить, а жертвовать – значит любить. Совесть – внутренний голос, предупреждающий, что за нами кто-то следит. Мужчинам живется гораздо лучше, чем женщинам. Во-первых, они женятся позже. Во-вторых, умирают раньше. Идеалист – человек, который, обнаружив, что роза пахнет лучше, чем капуста, приходит к выводу, что и суп из розы получится вкуснее. Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно. Энтузиазм – это основа любого прогресса. Величайшая вещь в мире – это способность оставлять свой разум молодым.